Всем привет! С вами Inform TV. Конечно же, вы помните милую крошку Еву, которая стала популярной после выхода передачи «Лучше всех», ведущей которой является Максим Галкин. Малышка с первых минут покорила всех своим отношением к жизни и мудростью, но прошло уже более 4 лет. Всем интересно, как же она выглядит сейчас? На ток-шоу маленькая Ева поведала зрителям, что папа работает где-то в Питере, а мама является парикмахером, и именно она сделала ей такую прическу. Эти рассказы привели зрителей в восторг. После того, как Евочка Смирнова стала знаменитой, на нее посыпались предложения с телевидения. Она вела премию ТЭФИ, участвовала в программе «Вечерний Ургант» и в шоу талантов «Детский КВН». Интересно, что на программе «Лучше всех» малышка хотела работать в полиции, но в гостях у Ивана Урганта уже изменила свое мнение. Теперь она хочет быть телеведущей. Сейчас Ева заметно выросла, она более уверенно держится на сцене и с успехом участвует в разных фотосессиях. И с возрастом она совсем не потеряла своего обаяния, наоборот, она становится все красивее и милее. А как вам кажется, сильно ли изменилась малышка? Пишите в комментариях. Если вам она понравилась в передаче «Лучше всех», ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!